Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Demnat Space, и сегодня у нас будет обзор на LEGO Exaforce 8105, набор под названием Iron Condor, если я правильно помню, либо же не Iron Condor, а как-то по-другому. Ну, в общем, артикул 8105, так что, если что, вы сможете найти название, то я так точно не помню. Собственно говоря, в этом наборе одна мини-фигурка, это Devastator, то есть разрушитель. И тут старая такая буклетик, инструкция, и тут даже немного порисована она, написано www.lego.com. Короче, так как этот набор был выпущен в 2007 году, мне тогда было 7 лет. Кстати говоря, я взял этот набор у моего двоюродного брата, я сегодня у него был в гостях. У него был такой набор. И еще Sky Guardian из LEGO Exaforce. Только его восстановить надо. Я этого тоже восстановил из его деталей. Ну, собственно, вот так вот тут у нас, опять же, показан Devastator, его робот. Сзади, в принципе, ничего интересного. Все наборы. Вот этот набор у него тоже был. Так. Тут у нас старенький LEGO клуб. У нас другие человечки такие старенькие тоже. Здесь как рисовать такого анимешное такое лицо. Мини-комикс. Давайте я его сначала покажу. Сначала вот такое. Давайте сфокусируем. Такое вот начало. Так вот. Вот этот Sky Guardian. Вот он, да, Sky Guardian. Вот мой. Я не помню, опять же, его название. Тут все детальки, ну и сборка. Сборка. Ну, в принципе, ничего такого интересного. Тут опять показан робот. Ну, в принципе, это все по инструкции. Коробки, опять же, не сохранилось. Ну, давайте посмотрим на самого... Я не знаю, Iron Condor. Я честно не помню его название. Вы хотите, напишите, а этот... Не IP, господи. Артикул, и тогда уже есть название. Ну, я, наверное, посмотрю все-таки название в интернете, и уже когда буду выкладывать обзор, вы уже увидите название его в названии видео. В общем, понятно. Также, что мне не хватает? Вот эта вот деталь должна быть желтой. Ну и, в принципе, мне только не хватает еще одной наклейки вот такого вот типа. Ну и все, так, в принципе, он готов. Что ж, начнем с ног. Ноги у него подвижные, можно их так двигать, вот так тоже можно. То есть это Exaforce, это подвижные экзоскелеты, хотя это даже не на экзоскелет похоже, на больше экзоробот какой-то. Также здесь у него такие вот щитки двигаются, здесь такие турбоускорители, две наклеечки, фокусируем. Так вот, такая вот наклеечка, 8105, кстати говоря. Вот это вот артикул 8105, прикольно сделали. И лицо самого Devastator. Ну, поднимаемся наверх, здесь у нас туловище. Кстати говоря, оно крутится. Так, опять фокусировка нарушилась. Так вот оно крутится. И тут сидит сам Iron Drone или Devastator. На него мы попозже посмотрим. Также тут опять две наклейки. Вот такая вот деталька какая-то. Пушки, ракета, клешня и еще одна пушка, которая выстреливает. Давайте я продемонстрирую. Стреляет довольно далеко и метко. Вот, видали? Как хорошо. И можно даже вот так просто перевернуть. Крылья у него такие вот, двигаются по-разному. Опять же, вот так, как хотите. Так, вот так. То есть, очень классные. Также тут, опять же, наклейка с лицом Devastator. Ну и вот такая вот должна была быть тут тоже, вот эта желтая. И тут артикул. Ну а теперь давайте посмотрим все-таки на нашу фигурку сидящую тут. Кстати говоря, вот эта деталь отсоединяется и может быть как escape pod, то есть капсула такая. Вот сама мини-фигурка, это... Ой, блин, фокусировка. Это Devastator, то есть разрушитель. У него имеется такое классное прозрачное туловище. Наполовину прозрачного, типа магма какой-то, я не знаю. Ну, как видите, полупрозрачное такое, даже вот тут прозрачное. То есть оно из двух типов пластика сделано или просто так покрашено. Хотя это реально прозрачное, то есть
есть это прозрачное, это не краска, то есть это прикольно. It's... Такие вот у него ноги стандартные от Lego Exaforce, ну и руки, которые мы можем видеть часто в Lego наборах сейчас. В принципе, это все по набору, да и по мини-фигурке. Набор очень классный, ждите обзора на SkyGuardian, он будет не так уж и скоро, но я думаю, что будет, то есть еще неизвестно. Но обзор на вот этого вот робота я уже сделал, так что, может быть, на еще Exaforce будут обзоры, также на те, которые у меня были. Если вы захотите, то я, может быть, восстановлю их и все. Но это был обзор на Lego Exaforce 8105 с мини-фигуркой Devastator. Всем удачи, всем пока!